Разименовская. Такие дороги грунтовые. Ой, ёлки-палки. Камера упала. Видно меня, да? За рулем еду. Опа-па-па-па-па-па. Церковь реставрируют. Давно он там, Александр туда на службу ездит. Такая дорога. 70 километров до Москвы отсюда где-то примерно. Дорог особо нет, да? Ну, в принципе, может, и для деревни типа и не нужны дороги. Да почему бы и не сделать, да? Так, едем сейчас, за ворот будет.